Майк Вайс. Привет, как дела? Издеваешься? Черт, стоило мне уехать в Калифорнию на неделю, как мне сообщают, что ты уволен. Ребята правду говорят? А что они говорят? Что ты опять копался в деле своих родителей. И босса это уже достало. Ага. Что, угу? Ты нарушил столько правил, что на тебя самого пора дело заводить. О, господи. Нет. И ради чего? Прошло 15 лет, а ты до сих пор надеешься найти какую-то модифицированную винтовку? Боже мой! Майк, если это все, что ты хотел мне сказать... Ладно, ладно. Ты же знаешь, мы друзья. Просто, понимаешь, ты первый на моей памяти, кого уволили из управления. Если тебе что-нибудь нужно. Вообще-то да. Что именно? Вам прислали документы из МИ-5. О, господи. Забери их. Только незаметно. Ты спятил? Сделаешь? Ладно, сделаю. Еще мне нужны результаты баллистической экспертизы. Черт. Если об этом кто-нибудь узнает, меня вышвырнут из управления вслед за тобой. И тогда мне крышка, потому что Мириам меня убьет. Ладно, я позвоню. Да, и... Что еще? Ограбить банк? Накормить всех голодных? Еще что-нибудь? Спасибо, Майк. Ладно, в конце концов, я сам предложил помочь. До встречи. Привет, Майк. Привет. Вот, держи. Он распечатан. Ну да, профессиональное любопытство. Хм. Слушай, ведь ты был прав. Как ты узнал, что англичане перехватили груз с оружием? Так, случайно. Ну да. А босс тебя уволил от нечего делать. Кстати, винтовка не совсем та. Видишь вот эти царапины? На твоей пуле их нет. Неважно. Я помню, как была доработана та винтовка. Полное совпадение. Работал один человек. И что теперь? Поедешь в Белфаст и попробуешь узнать, откуда ствол? Нет, пока не собираюсь. Точно? Хм. Да, твое счастье, что ты не женат. Спасибо, Билл. К вашим услугам, сэр. Подожди нас здесь. Мы вернемся через 5 минут. Нет. Опять этот сон. Да. Привет, Джо. Помнишь, за тобой должок? Ты? Я думал, ты уже не позвонишь. Говорят, тебя уволили из ЦРУ. Ага. Так что тебе нужно? Как обычно, собираюсь в Белфаст. Как обычно, собираюсь в Белфаст.
Без проблем. Слушай, мне тут танк подогнали, почти как новенький. Интересует? Возможно. Ого. Все так плохо? Пока нет, но будет. Алло. Питер Миллиган. Кто говорит? Я от Майка Вайса. А, это вы? Да, Майк меня предупредил. Что вам известно? 2 недели назад Ми-5 перехватила груз оружия. После этого британцы усилили меры безопасности на границе. Но скоро придет новая партия оружия для некоего Джона О'Рори. Он из Ирландской республиканской армии. Живет в Белфасте, Бишоп-стрит, дом 30. Он и есть заказчик? Нет, он просто посредник. Шестерка. Заказчика зовут Шон Майнс. Хорошо. Начнем с О'Рори. Бишоп-стрит, 30. Это здесь. Нужно спрятаться и проследить за домом О'Рори. Иду, иду. Алло? О'Рори? Это я, Шон. А кто же еще? Че надо? Зайди к Кину, забери у него кое-что и принеси мне. Хорошо. Во сколько туда подойти? Выходи сейчас. А подождать чуть-чуть нельзя? Я скачки смотрю. 9-й заезд начинается, я поставил полтинник. Не хочу рисковать. Мне кажется, англичане что-то почуяли. Ну ладно, что там на этот раз? Всего 1 кейс. Осторожнее с ним. Если потеряешь, вся работа псу под хвост. Ладно, ты же меня знаешь. Хорошо, я выхожу. Подожду, пока он выйдет, а потом прослежу за ним. Здесь они встречаются. Нужно найти подходящее место и записать их разговор. Привет, Джон. Ты один? Да, на хвосте никого. Я должен забрать кейс. Он у тебя? Да, он там. Пойдем. Ты скачки не смотрел? Как там ирландское сокровище в 9-м? Ирландское сокровище? Пришла последней. Черт, потерял полтинник, долбаная кляча. Нашел на кого ставить. У тебя нездоровая реакция на слово «ирландский». Еще раз это скажешь, я тебе морду расквашу. Ладно, ладно, я пошутил. Пошел ты. Все, забыли. Завтра поставь за меня 20-ку на синюю звезду в 4-м. Ладно. Доставили без проблем? Почти. Ищейки на таможне кругами ходили вокруг гроба, но так ничего и не нашли. Интересно, сколько там? Без понятия, Джон, я внутрь не заглядывал, просто принес. Ладно, я пойду. Не забудь про мою ставку. 20-ку на синюю звезду, 4-й заезд, помню. Кстати, загляни в хижину, опять пароли поменяли. Ладно, пока. Увидимся. Через ворота мне не пробраться. Может, где-то в ограждении есть лазейка? Через ворота мне не пробраться. Может, где-то в ограждении есть лазейка? Лучше не поднимать шума и оставаться в тени. Кевин, на
Опять куришь? Вот увидит тебя, мало не покажет. Там кто-то есть. Черт. Слишком шумно, микрофон здесь не сработает. Попробую зайти с той стороны. В кармане бутылка виски. Запнулся и бац, кувырком. Встает и чувствует, на ногах течет что-то теплое. Он и говорит: «Господи, только бы это была кровь!» Ну как? Все в порядке. Старые купюры по 20 баксов, как мы и хотели. Отлично. Хоть что-то сделали правильно. Гаррет исчез. Кто? Я звонил в Лондон. В гостинице его не видели со вчерашнего дня. Проверил по нашим каналам. Все без толку. Сначала груз, теперь Гаррет. Думаешь, совпадение? Не знаю. Возможно. Гаррет не мог просто так исчезнуть. Ладно, все равно завтра едем на ферму. А кто тогда займется грузом? Шон, я не поеду. Этот Вальжан псих. Он ждет Гаррета. Увидит меня. Пристрелит. Не волнуйся, я его предупредил. Главное запомни, его зовут Валуа. Назовешь его Вальжаном, точно пристрелит. А как насчет прикрытия? Гаррет должен был обеспечить нам безопасный проезд. Ребята на ферме уже ждут. Все в порядке. Стоять! Место! Бросай оружие! Справа! Встретимся в... Гад! Цель уничтожена! Цель поражением! Вот ч... Прикройся! Взять его! Сектор чист! Пятеро уничтожено! Потерь среди своих нет! Улики на месте! Вас понял! Оставайтесь там! Синий, вперед! Ждите указаний и будьте начеку! Вас понял. Черт! Британский спецназ. В двери еще одна группа. Обратный путь перекрыт. Надо искать другой. Спецназ держит двери под прицелом. Попробую проскользнуть мимо. Нужно пробраться мимо лазерных лучей. Попробую выбраться через печь. Похоже, другого пути нет. Да? Майнц бежал. Кажется, он прячется на какой-то ферме в графстве Донегал. Какое совпадение? Ко мне на днях поступила информация об одной ферме в Донеголе. По всей видимости, там находится база боевиков. Возможно, это там скрывается Майнц. Не люблю совпадений. Кто об этом сообщил? Местная жительница. Ее зовут Кэти Рейд. 3 недели назад ребята с фермы убили ее брата. Свяжись с ней и разузнай побольше. Хорошо, я тебе перезвоню. Так, похоже, я на месте.
Вот ворота. А вот и развалины. В них Кэти должна была оставить записку и план фермы. Хм, все верно. Но охранников больше, чем я думал. Плохо. Черт. Дело серьезное. А у охранников еще и рация. Придется действовать тихо. Ну, поехали. Отличная позиция. Отсюда можно перестрелять охранников. Так, нужно найти записку. Где же она ее оставила? Вот она. Полегче. Я от Питера Миллигана. А, это вы? Вас никто не видел? Вы один? Конечно, один. Где Майнц? В главном здании, в подвале. Там полно охраны. Окей. Как действуем? Я отвлеку охрану, а вы найдите Майнца. Вы ведь убьете его, правда? Пожалуйста, отомстите ему. Ради меня. Ну что, вперед? У тебя 10 минут. О, да. Отличный кофе, наконец-то. Моя жена все время какую-то бурду покупает. Говорю ей, купи хороший кофе. А она берет, что попало. Не кофе, а теплые помои с дохлой рыбой. А ей один черт. Женщинам хоть 100 раз повтори, все равно не запомнит. Ничего я... Будешь орать, пристрелю. Ты кто такой? Кто поставляет вам оружие? Какое оружие? Ты о чем? Хорошо. Если хочешь проблем, я тебе их устрою. Все равно я уже нашел все, что искал. Ничего я тебе не скажу. Ты не из МИ-5. Это точно. Я вообще никто. Так откуда у вас оружие? Чей груз перехватили месяц назад? Ладно, ладно, я скажу. Стволы поступают из Южной Америки через транспортную компанию в Никарагуа. Хм, продолжай. Груз переваливают в доках или как их там? Бади Альварес там главный. По крайней мере, все его так зовут. Так-так. Больше ничего не знаю, клянусь. Интересная история. Значит, Никарагуа. Поэтому у тебя билет в Новый Орлеан и визитка склада на Арчер-стрит. Понятия не имею, о чем ты. И поэтому все, включая Орори, так боятся типа по имени Жан-Пьер Валуа? И поэтому Орори должен был лететь к нему с чемоданом денег? Ничего я тебе не скажу. Понял, сукин сын? Что ж, счастливо оставаться связанным и без денег. Не стану об тебя руки марать. Твои дружки сами все сделают. Я рассказывал про моего дядю звукорежиссера. Нет. Так вот, у них там какой-то мюзикл устраивали. Нужны были певички. Дядя их прослушивал. Ну вот, девчонки идут, но все какие-то ни фигуры, ни голоса. Скучище. Нет, ну погоди. Вдруг
заходит девица, ну прям Мерлин Монро. Заходит, хлопает ресницами и давай раздеваться. Да ладно. Да буду я врать. Дядя просто язык проглотил, а она все раздевается. Правда? Дядя божился, что все так и было. В общем, на ней остались только трусики. Тонкие кружевные трусики. Ни хрена себе. И вот, она смотрит на дядю и спрашивает: достаточно? А он чего? А он: если вы готовы, начинайте петь. Готов, не верю. Так и сказал. И знаешь что? Что? Роль она так и не получила. Майк Вайс. Это я. Я узнал, кто поставлял оружие в ИРА из Луизиана. Жан-Пьер Валуа. У нас есть что-нибудь на него? Ага, это уже интересно. Но Валуа нам не поможет. Его убили 2 дня назад. Зато он успел отправить еще 2 груза. Один в Кукис, другой в Талмас. В жизни о таких городах не слышал. Можешь посмотреть? Секунду. Да, нашел. Кукис — это в Албании. Постой-ка. Это небольшой аэропорт. Наполовину гражданский, наполовину военный. Очень хорошо охраняется. Взлетная полоса всего одна. Что еще известно о поставках оружия? Больше ничего. Ясно. Придется искать самому. Кажется, это график вылетов. Ну-ка, во сколько мой рейс? В служебных помещениях наверняка есть что-то полезное. Купите билет. Если он у вас уже есть, ждите автобуса. Вот, пожалуйста. Мой самолет уже на взлетной полосе. Пилот ожидает команды на взлет. Отлично. Теперь меня примут за рабочего. Ладно, Пей, иди работай. Давай быстрее, остальные уже работают. Что так поздно? Ладно, иди. Больше не опаздывай. Пока трубу не починишь, никуда не пойдешь. Это, по-твоему, чистые сапоги? Начистить! Даю минуту! Пристрелил как собаку. Разин, говори. Валуа
ждет Гурбс. Он хочет, чтобы все прошло гладко. Придурок! Луасам и отправил эти стволы ирландцам, ты прокололся! Разин! Значит, он вам не слишком доверяет. Супермен, мать твою! Это я. Я узнал, что оружие предназначалось для Ира. Это не особо мне помогло. У тебя есть что-нибудь? Есть новости. По тому грузу, который ушел в Талмас. Он уже там. Мы поставили жучок на ящик с оружием. Не забудь его снять, когда найдешь груз. Окей. Талмас — военный городок в Молдавии, где-то у черта на куличках. Там есть железнодорожная станция. Пока это все. Постарайся найти еще что-нибудь. Хорошо. Это диспетчерская. Нужно найти расписание поездов. Ага, вот оно. Черт, поезд уходит из другого депо. Нужно пробраться в военную зону. У меня всего несколько минут. А, можно подъехать на тепловозе из этого депо. Снова я. Чем порадуешь? По Вулуа ничего нового, кроме того, что 10 лет назад его арестовали в Балтиморе. С ним была девушка по имени Кончита. Ее тоже арестовали? Вероятно. Нужно покопаться в архивах полицейского участка. Я этим займусь. Что закажете? Двойной виски.
Как дела? Да, все нормально. Нога вот только побаливает. Мы знакомы? Я от Майка. Он сказал, у вас есть связи в полиции. Ага, а я-то думал, вы пришли отведать моего фетучини. Увы, никого уже не осталось. Кого-то уволили, кто-то сам ушел после всех неприятностей. Но я бы мог кое с кем связаться. Что вам нужно? Досье 10-летней давности. О, это сложно. Оно, скорее всего, в архиве. У них там горы бумаг. В компьютер пока завели только дела за последние 3 года. Если бы вам нужна была их компьютерная база, я бы все устроил. Это легко, я знаю пароль, без проблем. Но бумаги тут посложнее. Я пошарю в их архиве. Планировка здания изменилась. Построили еще один этаж, установили камеры слежения. Набрали много новых ребят, и все они не промах. Ага. Архив находится на нижнем этаже, у тира. Лаборатория и морг теперь на 2-м этаже. Раздевалка тоже там. Если не знаете номер досье, придется искать в компьютере. Пьяные копы все на свете разболтают. Я бы на вашем месте пробрался туда через гараж. Правда, там всегда полно народу. Кстати, сегодня вам повезло. Возле участка прорвало трубы. Попробуйте переодеться сантехником. Спасибо. Майк ваш должник. Вайс? Это я. Слушай. Кончита Мартинес в 1982 году переведена в тюрьму Ронтас, Колумбия. Ничего нет. Что значит ничего? То и значит. Видимо, тюрьма не государственная. Ну и дела. Провода ведут на территорию тюрьмы. Похоже, кабель под напряжением. Нужно отключить ток. Этим путем мне уже не вернуться. Кончита? Ты кто такой? Друг Валуа. Как он поживает? Вообще-то он мертв. Жаль, не я его убила. Из-за этого ублюдка я попала за решетку. И все-таки, кто ты такой? 15 лет назад Валуа отправил партию оружия в Никарагуа. Там была одна доработанная винтовка. Ха,
Смеешься? Даже если я что-то вспомню, с какой стати я буду тебе рассказывать? Не хочешь, оставайся здесь. Ладно, погоди, давай договоримся. Ты вытащишь меня отсюда, а я все тебе расскажу. Не пойдет. Вряд ли ты что-то помнишь. Слушай, поставок было очень много. Южная Америка, Азия, Африка. Я сама этим занималась. Я все вспомню, клянусь. Снайперка, говоришь? Помню такое. Была одна доработанная винтовка. Пока ты просто повторяешь мои слова. Ничего нового. Это была винтовка Драгунова. Кажется, из нее хотели застрелить посла и его семью. Кто ее заказал? Какой-то мужчина, лет под 30. Я помню. Я видела его, когда заключали сделку. Я могу опознать его по фотографии или составить фоторобот. Я наверняка вспомню имя, правда? Слушай, вытащи меня отсюда. Я все тебе расскажу. Делай все, как я говорю, иначе я сам тебя прикончу. Когда выберемся, все расскажешь. Пошли. За мной. Жди здесь. За мной. Рассказывай. Винтовка была для снайпера по имени Дракос, если я не ошибаюсь. Но заказчиком был кто-то другой, я точно помню. Кто? По-твоему, передо мной отчитывались? Кончита, это винтовка для Рональда Рейгана. Нет, мне ничего не рассказывали. Но я помню, этот заказчик был с Ближнего Востока. Что еще? Поставки шли из Ливана. Мы везли оружие контрабандой. На египетском торговом судне в американский порт. Подробности я уже не помню. Но в Ливане этим занимался один солдат. Как же его звали? Ах да, Фарид. Ахмед Фарид. Помощник того араба. Зря я тебя вытащил. Это все, что я знаю. Мне почти ничего не рассказывали. Мне было всего 20. И что теперь? Убирайся. Бери ручку и записывай. Снайпера в Никарагуа звали Дракос. Винтовку ему доставили из Ливана. Грузом занимался некто Ахмед Фарид. Фарид? Да, знаю такого. Постарайся узнать, кто такой этот Дракос. Сейчас же начну. Я займусь Фаридом. Где его искать? В Бейруте. Спасибо. Приветствую вас. Не желаете говядины? Свежее мясо в самый раз для кебаба. Ворота не открываются. Охрана не пропустит меня с оружием. Похоже, здесь не пройти. Нужно найти другой путь. Отлично. Я в штабе. Теперь назад, в центр пропаганды. Нужно отправить фото по факсу.
Здание с охраной у входа. Это центр пропаганды с фотографией. Кажется, я его нашел. Нужно найти факс и никому не попасться на глаза. Я отправил тебе снимок. Получил? Это он? Секунду. Да, это генерал Фарид. Спасибо, Майк. Иду искать его. Сегодня он за все заплатит. Стой, погоди. Это еще не все. Махмед Хасан Аль-Юсеф. И кто это, черт возьми? Это он отдает Фариду приказы. Дергает за все ниточки. Он тоже там сегодня будет. Махмед Хасан Аль-Юсеф. Как ты о нем узнал? Позавчера со мной вышел на связь наш агент. Он назвал его имя. У меня есть фотография. Погоди, сейчас отправлю. Готово. Должна быть у тебя. Получил. Спасибо, Майк. Снаружи стреляют. Не выходите из подвала. Извини, я должен идти. Возьми хотя бы пистолет. Спасибо. Черт, снайпер. Чуть не попал. Он где-то в доме напротив. Да, это я. Держись. Где остальные? Генерал! Генерал ранен. Они унесли его в катакомбы. Я должен был... Снайпер! Все еще там. Берегись! Я умираю. Тебе помогут. Я пришлю сюда кого-нибудь. Как попасть в катакомбы? Кругом неверные. Да. Обойди их. Спустись в котлован. Там вход в туннели. Мне нужен врач. Ладно, я скоро вернусь. Держись. Отлично. Вот и туннель, о котором он говорил.
поиграем. Постараюсь проскользнуть незаметно. Генерал Фарид? Али! Никто тебе не поможет. Ты один. Где Хасан Аль-Юсеф? Сдохни, собака! У меня нет времени. Где твой командир? Ты его не найдешь. Где он? Не знаю. Он так и не приехал. Это он? Не знаю этого человека. Не лги мне, Фарид. Я умру мучеником и вознесусь к Аллаху, а ты попадешь в ад. Ты сдохнешь, как последняя скотина. Где твой босс? Он не приехал. 15 лет назад ты продал винтовку Драгунова человеку по прозвищу Дракос. Как его настоящее имя? Умри! Говори, подонок. Аллах Акбар! Он почти ничего не сказал. Но теперь я знаю, что Аль-Юсеф не приехал навстречу. Надо выбираться. Вайс? Фарид мертв. У тебя какие новости? Насчет твоего Дракоса. Скорее всего, это Эмилио Эрнандес да Сильва. Сейчас он начальник кубинской военной контрразведки. У него есть дизельная подводная лодка. На ней он контрабандой возит оружие. Сейчас лодка на ремонте в Аргентине. Что еще? Бортовой компьютер лодки хранит сведения обо всех маршрутах плавания. Отлично. В него можно проникнуть? Я узнаю тип лодки. Мой человек даст тебе устройство для взлома компьютера. Понял. Сейчас сюда прибежит охрана. Надо торопиться. Не оборачивайся. Я должен кое-что забрать. Майк меня предупредил, но есть проблема. Что за проблема? Я забрал устройство еще в день прибытия подлодки. Но на выходе всех обыскивали. Пришлось спрятать его на территории порта. Тебе нужно забрать устройство, а потом найти бортовой компьютер. Где ты его спрятал? В красном грузовом контейнере. Могу показать на карте. Контейнеры все время передвигают с места на место. Точно не знаю, где он сейчас. Поищи в этом районе. Смотри. Кстати, никаких арабов я в порту не видел. Компьютер в корме лодки. Сухопутные крысы, говорят, в хвосте. Он в маленькой комнате. На двери электронный замок. Тебе нужно будет ввести код. У меня его нет, но сегодня там работают инженеры. И если как следует попросишь, они все тебе расскажут. Спасибо. Территория охраняется. Нельзя попадаться на глаза солдатам.
интересно, как я выберусь отсюда? Где Аль-Юсеф? Где твой босс? Кто? Я не знаю никакого Аль-Юсефа, клянусь! Не убивай меня! Говори код. 54891. Не подходит. Там 4 цифры. Не дури, я шутить не буду. 6090. О, да. Вайс. На лодке меня поджидали. Ты узнал еще что-нибудь? Настоящее имя Аль-Юсефа — Саид Эль-Бадами. Он работал на твоего отца и оказался двойным агентом. Чтобы избежать огласки, он заказал убийство. Что известно про убийцу? Драка с действительно Эмилио Эрнандес да Сильва. Каждый понедельник он ездит в Гавану на совещание штаба. Его кортеж выезжает из небольшого морского порта. Лимузин сейчас стоит там. Осмотри его как следует. Хорошо. Отправь мне фотографию. Этот кабель выдержит мой вес. Так, вот и ворота. Но здесь слишком много охраны. Неплохо. Теперь самое интересное. Интересно, где у них карта? Внутри кто-то смотрит телевизор. А что если повернуть антенну? Это лимузин генерала. Ого, вот это броня. Понадобится самый крупный калибр.
Я от Вайса. У меня не совсем обычный заказ. Хорошо. Что именно вам нужно? То, что сможет пробить дюймовую броню с приличного расстояния. Ясно. Когда вам это понадобится? Через 4 дня. Будет сделано. Альфонсо? Да, сэр. Чем могу помочь? Майк Вайс рекомендовал мне это кафе. Говорят, ваши десерты убийственно вкусные. А, вы друг мистера Вайса. Груз прибыл, но он еще не собран. Все делалось в такой спешке. Мне сказали, что все готово. Готово, да, но я не успел собрать винтовку. Ее детали тут, поблизости. Где? У вас есть карта? Я отмечу. Это вам. Но учтите, с этим охрана вас точно не пропустит. Спускайтесь в канализацию. Кстати, в это время года с колокольни открывается замечательный вид. Дальше действуйте в одиночку. Если что, мы с вами не знакомы. Удачи вам. Адьос, сеньор. Где сейчас Саид Эль-Бадами? Скрывается в Афганистане возле одной горной деревушки. Я отправлю тебе спутниковые фотографии и кое-какие сведения. Отлично. Когда пересечешь афганскую границу, тебя встретит наш человек. Он проводит тебя к убежищу Эль-Бадами. Хорошо. Ты ему доверяешь? Да. Он наш агент, его зовут Назир Аль-Вахил. Он снабжает нас информацией о маджахедах. Я понял, Майк. Назир Аль-Вахил? Значит, это про тебя говорил Майк? Добро пожаловать в Афганистан. Не снимай повязку, не говори по-русски, и с местными у тебя проблем не будет. Но хватит разговоров. Саид вряд ли там долго пробудет. Должен найти документы на подземной базе. Они в кожаном портфеле. Если принесешь, помогу. Держи, это взрывчатка. Потом взорвешь базу, чтобы замести следы. Вход на базу вон там, на склоне. Что за документы? Не важно. Для меня важно. Что там? Хватит болтать, нужно работать. Не теряй времени. Если тебе, конечно, нужен Эль-Бадами. Да, он мне нужен. Так что за документы? Ха,
Да пошел ты. Может, сходишь, сам их заберешь? Там не любят таких, как мы с тобой. Американцев здесь ненавидят. Будь осторожен, встречаемся здесь. Кстати, здесь в пещере есть тайник с оружием. Загляни сюда, папа. Все, иди. Хорошо. Надо бежать, пока тут все не взорвалось. Криворукие болваны. Вот и ты, ублюдок. Ты убил моих родителей. Значит, это ты? Видимо, да. Я знал, в Аргентине тебя не поймают. Но не думал, что мы встретимся так скоро. Отсюда ты так просто не уйдешь. Уйду, поверь мне. Мне жаль твоих родителей, но я ничего не мог поделать. Твой отец узнал, что я двойной агент. Если бы он сообщил об этом, 5 лет моего труда пропали бы даром. На кону были миллионы. Его пришлось убрать. Значит, все из-за денег. А ты как думал, кретин? Остальное меня не интересует. Деньги правят миром. Без них ты никто. Где-нибудь всегда должна идти война. Тогда на мои товары будет спрос. А где спрос, там и предложение. Вот так и сколачивают состояние. Как меня раскрыли в Молдавии. Я что, должен рассказывать? Это все? Да, все. Больше ты ничего от меня не узнаешь. Увидимся в аду. Да. Привет, это Майк. Привет, в чем дело?
Вернулся и даже не звонишь. Есть разговор. О чем? Не по телефону, а. Встретимся завтра. Ладно. Там же в 4. Договорились. До встречи. Привет. Так ты нашел его? Отомстил? Ага. Боже мой, я думал, ты спятил. 15 лет. Ну, ты рад? Не очень-то. О чем ты хотел поговорить? Ты здорово помог нам с Эль-Бадами. Босс подумал и сказал, чтобы ты возвращался на работу. Но что смешного? Меня что, за дурака держат? Кто? Управление. Меня все время держали под колпаком. Мне подкинули кость, как собаке, и отправили делать чужую грязную работу. Но... Я стал подозревать их после Молдавии. Кроме нас с тобой никто не знал о Грузии. И в Афганистане меня не просто так отправили за документами. О, боже, ты? Мне все равно. Я отомстил. Подонки свое получили. На остальное мне плевать. Если босс забыл прицепить на тебя жучок, передай ему, куда он может засунуть свое предложение. О, господи! Нет, я идиот. Слушай, я... Ничего, мы же друзья. Я не знал. Ладно, проехали. Ха. И что ты теперь будешь делать? Позову тебя выпить пиво. Да нет, чем ты теперь займешься? Не знаю. Не волнуйся, не пропаду. Моя помощь многим пригодится. Так как насчет пива? Все это время за нами следили? Не верю. А ты поверь. Первая кружка с тебя.